Это вот все продолжается наше стойбище в отстойнике. Вот такие вот сугробы намело сегодня. Уху, вон она. А вон он Санёсик лазит, чем он там лазит. Сейчас будет откапываться. Чё, Санёк, как Краснодар? Иди туда, вот сугробы, ты приехал на юга, бля. Да, вот. Вот это сугробчики сегодня намело, да. Где-то здесь габарит был. Ё-моё, вот оно. Сейчас мы его откопаем. Вот. Ёлки-палки. Юрчик как на севере. Хай-хай. Это мы на юга приехали, с севера, вот, да? Подсказывают эксперты. Ё-моё. Трещок конкретный, да. Вот так вот ждем парома. А вот запасные части, короче. Что возим, то и пьем. Не болит. Что возим, то и жрем. А то еще и пусть этот заснял, и еще сказал. Никто не знает, что ты везешь. Вот вроде шарик вылазит. Иначе будет тепло. Да не, вечером поплывем. Да, вот уже этот собрался плыть. Поплывем, да, сейчас дорога поплывет у тебя. Обалдеть можно, да. Ну ты доснять. Ничего себе, блин. Полметра, да. Вот так вот. Пацаны. Это вам не халам-балам, а балам-халам. Юг России. Юрчика агрегат стоит. Вот так вот. А Санёк-то хоть почистил окошки-то? Или ни хрена? Ни хрена не почистил. Ё-моё, это сколько ж снега-то, блядь. Надрывается. Это он у меня сегодня не запустился утром. Открывал репу, прикуривал отсюда. С аккумулятора. Сейчас тарабанит, заряжается все до сих пор. Натоптали, наследили. Вот так вот. Метель, метелица. Офу. Нарвайте, друган. Так, до дома, до хаты пойдем. Блин, тут уже кухня. Санек замерз, что ли? Нет. Нет, в Краснодаре он. А тут уже распряглись. У нас такая погода, да, в Сургуте, когда, блин, минус 40, только, да, вот так кургами идет. Да. Я говорю, когда так 40 будет, блин, сдохнешь, да. 40, да, че, блин, какой это? Я раз разгружался в такой теме. Не, этот вчера же разговаривал, кто больше сказал, если у нас вот идет снег, то идет конкретно, блин, да, если пошел. Да, ты рассказывал, я Юра. Сказал сразу, возможно, так, что, все, чай разогреваем. Они знали, что такая херня будет. Он поэтому нам и сказал, говорит. Даже скелет шатается. Вот так вот, во-во-во-во-во-во. Вот она метет. Метель, метелица. Я вчера ничего.